Сейчас я еду от Наталевки в сторону Пыльнянки, где должен находиться мостик, по которому можно перебраться и кратчайшим путем добраться до поющих террас. Вот такая природа, сосновый бор вокруг, вдоль дороги лиственные растения создают неповторимый осенний антураж своими яркими, своей яркой окраской листьев. Пока все благоприятствует путешествию, дай бог, чтобы дальше все было так же удачно, как было до сих пор.